власти Армении никак не осознают, что в век высоких технологий долго скрывать правду не получится. Провалившиеся попытки морочить голову армянскому обществу в апреле 2016 года, ничему Ереван не научили. И сегодня сказки о полном отсутствии потерь, начинают опровергаться самими же армянами. Любому понятно, что когда в ход идут ракеты, ни одна из сторон не может обойтись без потерь. Поэтому вранье Минобороны Армении об отсутствии потерь в живой силе и технике является неприкрытым цинизмом и издевательством над собственным народом. В соцсетях армянские пользователи все чаще выбрасывают на всеобщее обозрение то, о чем настоящий армянин должен был бы молчать. А агитпроп при появлении таких откровений приписывает все фейковым профилям и скрытым азербайджанцам. Но этот пользователь был проверен теми, кто поделился его комментарием. И это реальное лицо, говорящее правду. Уточним, что Арцахом армянская сторона называет оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана.